А где тюрьма находится? В ожидании ответа будущий заключенный нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Спросишь, язык до Киева доведет. Судья, вяло махнув рукой, приступил к чтению следующего приговора. Дежурный на выходе подробно объяснил, как добираться. Путь предстоял неблизкий, преступление на путнике висело тяжкое, и срок пребывания в узилище был почти неограничен. Но это не смущало ни его, ни теперь уже никого. Удивительное равнодушие, нарастающее из года в год в общественном сознании, делало свое дело. Условия заключения под давлением общества стали более-менее сносными и почти уравнялись с жизнью на так называемой свободе. Но дело было не только в условиях. В мозгу стали атрофироваться какие-то клетки, и жизнь в клетке перестала казаться чем-то экстраординарным. Тюрьмы не охранялись, но оттуда никто не бежал. Многие оставшиеся на свободе устраивали даже у себя нечто вроде добровольной тюрьмы, никуда не выходя и вешая на окна архаические тюремные решетки для полного комфорта. Все происходящее снаружи стало предопределено и неинтересно. Путник добрался, наконец, до места назначения, там все оказалось занято. Предложили поискать другую тюрьму и дали несколько адресов, черт знает где. Переночевав, в пустой вахтерке вяло махнул дремлющего на вышке часовому и отправился в дальнейшее странствие. Проследить за всеми перипетиями его нелегкого пути представляется выше скромных авторских возможностей. Да и задачи такой перед автором не стояла. Не стояла такой задачи. И, честно говоря, никакой не стояло. Написанный все же текст самому автору кажется абсолютно необъяснимым. Но он написан и будет напечатан. Что делать? Выходить ниоткуда неохота.